Дорогие друзья, приветствую вас всех на своем канале. Смотрите, хочу похвастаться вам немножечко. Смотрите, какая у меня красота. Правда, друзья? Распускается медленно. Вот это я только что тут занималась орхидейкой и, видимо, обрызгала случайно ее. Боже, каждый день я прихожу, любуюсь этими орхидейками и прямо наслаждаюсь. Наслаждаюсь. И вот только что рассматривала свои орхидеи, ну и полезла посмотреть, потому что недавно я их поливала, и полезла посмотреть одну орхидейку. Я ее взяла в руки, а от нее бац, и отвалилась верхушечка. В общем, друзья, я в расстроенных чувствах. Ну, я, конечно, все там черное счистила, отрезала эту верхушечку. Черную счистила, и видите, вот у нее осталось 3 листочка, и замазала фундазолом. Сейчас она вот это вот все подсохнет немножечко, наверное, завтра надо будет ее пролить. У нее корни шикарные, и надо будет ее пролить еще каким-то средством, надо подумать, каким средством ее пролить, чтобы убрать эту бяку-каку. Вот так вот, жалко очень. Эта орхидейка называется Венецианский карнавал. Мне девочки говорили, что это очень капризулька такая. Но вы знаете, она в таком грунте была не очень хорошим. И я все-таки рискнула ее пересадить. И за все это время она вон даже корешок, смотрите, вон, видите, растит. Новенький там у нее корешок. Она за это время вырастила. Сейчас вот вам покажу. Раскукленные все. О, смотрите. Ну вот решила, не знаю, вроде бы я аккуратно всегда поливаю свои орхидеи, и не видела, и серединку ей не заливала, и чего вдруг она решила сбросить верхушечку. В общем, немножечко подгнил стволик, и сразу же отвалился один листик, а второй мне пришлось убрать самой. Ладно, друзья, это видео совсем не об этом. Я хотела в этом видео вам показать, какие красивые орхидеи я приобрела по уценке. Буквально вчера принесла домой. Но прежде чем показать вам эти орхидейки, я хочу вам напомнить, что у нас сегодня 24 февраля. И ровно год, как Россия напала на Украину. И, друзья, наверное, не я одна такая, но сегодня люди, наверное, в большинстве своем испытали те же самые эмоции, что испытывали 24 февраля ровно год назад. Мне, конечно, очень больно за нашу страну, за тех людей, которые погибли при этом наступлении, которое сейчас продолжает погибать. Но я очень горда нашими вооруженными силами. И у меня, знаете, уже нет никаких сомнений, что мы победим. Что будет таки победа за нами, друзья. Мы столько держались и еще будем держаться до победы. Ну а сейчас я пойду вам покажу то, что я приобрела. Вначале покажу вам, вот сегодня пошла, получила опять посылку, заказала, видите, опять кору, вот, еще заказала, очень мне понравилась эта кора, сейчас ее надо немножечко будет подготовить, потому что у меня есть орхидейки, ой, пахнет так приятно, которые надо пересаживать, и опять заказала вот еще, смотрите, мох. Так что теперь я уже готова полностью к своим пересадкам. Единственное, что я не могу сейчас приобрести, это кокосовое волокно и кокосовые чипсы. Ну, по той самой причине, что кокосовое волокно у нас, я смотрела, в магазинах вообще не продается. А чипсы это просто какая-то труха. Я не знаю, может быть, тоже вот так вот надо будет приобретать через интернет. Ну, а сейчас, друзья, хочу вам показать вот орхидейки две. Вот эти вот такие вот красавицы. Ну, эта орхидейка, мне кажется, вот, смотрите, она, наверное, чем-то заражена. Ее надо
пролить чем-то. Эти орхидейки по, видите, по оценке за 299 гривен, да, друзья, сейчас это считается оценка, представляете? Вот вчера я принесла их вот таких вот кулечках. У нас вчера было 6 градусов тепла, но такой, знаете, порывистый ветер. Сегодня у нас на улице 2 градуса тепла, сегодня меньше, но ощущается как минус 3. Я думаю, ой, как хорошо, что я вчера это успела сходить в магазин и купить такие оценочки. Смотрите, ну, как всегда, орхидеи очень сильно, видите, перелиты. Мокрые-мокрые корни. Сейчас мне надо их немножечко просушить. Просушить и потом только заниматься обработкой. Вот. Пролью эти орхидейки, конечно. Обработаю от насекомых обязательно. Вот, ну, видите, тут эта орхидейка стоила 439, и я ее почти за 300 прикупила. Прикупила я в садовом центре Большой Таврии на Паустовского. Вот так вот выглядит эта орхидейка. Вот такая вот красота. Вот у нее вот, видите, 4 распустившихся. Почти один распускается и еще будет вот распускаться. Как бы вам показать ее, чтобы вы видели. Я думаю, что многие эту орхидейку знают. Вот, и, друзья, напишите мне, пожалуйста, тоже название, потому что я вроде бы и знаю название, но боюсь ошибиться, чтобы вам назвать его, поэтому не буду пока называть, а вдруг я неправильно назову, и, как всегда, доброжелатели мне начнут писать не очень такие, знаете, хорошие комментарии. Ну, это вот ее такое вот цветение, надеюсь, домашнее цветение будет намного красивее. И вторая вот тоже такая же самая орхидея в том же самом магазине. 299 гривен. Тоже, смотрите, видите, как залито. Вот сейчас надо найти вообще место, чтобы поставить их в отдельную такую комнату, чтобы не ставить рядышком со своими орхидейками. Смотрите, у нее вот этого листочка, видите, поломанный листочек. Здесь вот, видимо, такой, знаете, этот листочек как отечный. Вот. И вот здесь вот на листочке вот этот мне не нравится, не знаю, что это такое. Вот. Но надо будет понаблюдать. И вот так вот эта орхидейка выглядит сейчас. Ой, сейчас, друзья, я поверну ее так больше к свету. Вот видите, один цветочек у нее, листик, видите, испорчен. Второй вот такой вот. И куча веточек, которые еще будут цвести. Такая серединка неоновая, очень такой красивый цвет. Надеюсь, она когда распустится, будет вообще великолепная. Вот такие вот две орхидеи. Конечно, сейчас завоз, ну, не было завоза в этом эпицентре, а в садовом центре почему-то. Ну, видимо, я попала на оценку, видимо, их только-только оценили. Хотя вот буквально несколько месяцев назад я покупала там оценку за 200 гривен. Видимо, оценки все-таки бывают разные. В этот же день я еще была в магазине в эпицентре. Там есть, вернее, не есть. А, ну, есть, да, есть как бы растения с прошлых завозов. И как раз попала еще на новый завоз. И там очень шикарная в этот раз орхидея. Но это видео вы посмотрите чуть попозже, потому что мне надо его еще смонтировать, я его еще не смонтировала, и выложу я его позже. Сначала выложу вот это видео про вот этих вот красавиц,
Вот. А потом выложу вам видео обзор в эпицентре. Туда вообще хоть не знаю, ну хоть вообще не езди в этот магазин. Потому что мой муж говорит, ты как поедешь, обязательно что-то себе купишь. Но я в этот раз решила не покупать, знаете, себе такую свежую орхидейку, а решила приобрести две по уценке. Ну, у меня таких орхидеюшек нет. Вот это очень мне нравится, такая неоновая серединочка. Она, конечно, сейчас, ну, плохо видно, но, наверное, когда распустится, вообще вот шикарная орхидейка. И вот это. Друзья, если у вас есть мысли по поводу того, чем бы их пролить, чтобы они не заболели после вот этого залива. Ну, я их немножечко просушу, не буду, конечно, высушивать до сухаря, а потом нужно их пролить. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях. И по поводу вот этого венецианского карнавала тоже напишите, пожалуйста, поделитесь своим опытом, чем бы ее пролить, чтобы остановить вот это заражение. Ну, посмотрю, выживет она вообще, эта орхидея не выживет. Но эти орхидеи я уже точно пересаживать не буду, потому что последние две орхидеи, которые я покупала, тоже по уценке. А получается, одна нормально себя чувствует, ну, которая стоит в открытой системе полностью, она нормально себя чувствует, а вторая орхидея полностью сбросила корни. Получается, она стала ну, реанимашкой. Друзья, буду пересматривать свой уход за орхидеями и не буду сейчас пересаживать орхидеи сразу после покупки, так как я делала раньше. Хотя руки очень-очень чешутся. А вот хочу показать, вот какие у меня есть орхидейки. Видите, вот это не пересажено. Вот это не пересажена орхидея. А вот это не пересаженная орхидея. И с ними все шикарно. Но вот эту орхидею мне, наверное, придется пересадить. Она сильно-сильно шатается. Я боюсь, чтобы она, знаете, такая у нее, она такая тяжелая, листья у нее такие вот длинные. Видите? И я боюсь, что она просто вылетит оттуда. Называется эта орхидейка, ой, хотя бы не поломать. Видите? Экзотик пунш. Прошлом году я ее как купила, она отцвела, и в этом году она там наращивает. У нее есть раскуклившиеся корешки, но в этом году она не пустила мне цветонос. Хотя вот эти вот орхидейки, видите, вот у нее, у этой вот такой вот цветонос. На стареньком я ее полностью не срезала. Думала, срезала, так а там, где отцвело. Думаю, ну, если она отсушит, значит, сама себе отсушит. Она не отсушивала, а распломбировала свою почечку. И вот эта орхидейка, она, конечно, пустила новый цветонос. Вот такой вот большой цветонос у нее. Так что, друзья, теперь я буду пересматривать свое поведение к своим орхидейкам. Не буду стремиться их сразу пересаживать, потому что мне надоело просто терять орхидеи. Смотрите, покажу вам напоследок вот эту красоту нежненькую. У нее уже, смотрите, такие пышные-пышные стали. Много цветочков раскрылось. И такой, знаете, приятный пышный букетик. Как бы вам ее так показать? Они трясутся. Какая красивая у нее серединочка. Знаете, такие крапушки в серединке. Нежные-нежные. Как бы вам показать, чтобы вы увидели. О, вон, видите, какие красивые нежные розовые крапушки. И серединочка желтоватого цвета. Ну все, друзья. Спасибо вам большое, что досмотрели мое видео до конца. Буду очень благодарна вам, если вы поставите лайк. Ну, если вам, конечно, видео понравилось. Для тех, кто еще не подписался, обязательно, друзья, подписывайтесь. Поддерживайте канал. Потому что смотришь
в аналитику канала. Столько людей смотрит, значит, 6000 человек, которые, значит, смотрят этот канал, но никто не подписан. Подписано чуть ли меньше 1500. Ну что это, друзья? Вам не трудно, а мне приятно. И канал будет продвигаться, и видео будет продвигаться. Не могу прям налюбоваться на эту красоту. Ладно, всем спасибо за внимание. Жду вас на следующее видео. Следующее видео будет обзор орхидей в магазине Эпицентр. Смотрите, друзья. Если вам понравится, не забывайте написать комментарий и лайк. Все, всем пока-пока. До следующего видео.